9 ноября 2017 года в ГБПУ «Колледж полиции» впервые прошло мероприятие, посвященное демонстрации презентаций по стандартам WorldSkills Russia. В качестве посетителей присутствовало более 400 школьников, а также почетные гости. На мероприятии была представлена спецтехника. Школьники участвовали в тематических квестах, мастер-классах и викторинах. Курсанты возрастной категории от 16 до 18 лет продемонстрировали навыки и умения, ориентированные на профессиональную компетенцию специальности «Правоохранительная деятельность». Заключительным этапом мероприятия стал праздничный концерт для почетных гостей, курсантов и преподавателей колледжа полиции. Все участники данного мероприятия получили заряд положительных эмоций и остались довольны организованностью колледжа. Вот что рассказали гости и непосредственно участники нашего мероприятия о своих впечатлениях. Меня зовут Ножова Анастасия, я курсант 15-го взвода колледжа полиции. Нам очень хотелось бы взять у вас интервью, потому что ваше мнение интересно и полезно для нас. Какие у вас ожидания насчет сегодняшнего мероприятия? Честь, что меня пригласили сюда, на это мероприятие. Для меня немножко новое название самого мероприятия. И, в принципе, профессиональная подготовка, которой я руковожу в московском главке, напрямую связана с тем, чем вы сейчас занимаетесь. Это подготовка кадров. И те компетенции, которые вы сегодня будете показывать и демонстрировать, все они применяются реально в практической службе сотрудников органов внутренних дел. Какой целью вы посетили наш колледж? Мне хотелось узнать о том, как обучаются ваши студенты и ваши ученики. Мне очень хотелось посмотреть, как все выглядит внутри, то есть прикоснуться к этой профессии. Это очень интересно. Понравилось ли что-нибудь тут? Заинтересовало? Я думаю, что да. Мне очень понравились истории о том, как у вас проводятся раскопки с 2015 года. Очень нравится внешний вид учеников. Я думаю, что мероприятие будет достаточно грандиозное, которое собралось очень много подразделений, много представителей различных образовательных организаций, различных групп. Я думаю, что это будет интересно как для курсантов, так и для школьников еще будет теоретически. Впечатление, атмосфера очень приятная. Организовывал проход школьников по кабинетам в колледже полиции. Прежде всего я пришла сюда посмотреть, как изменился колледж полиции, потому что когда-то очень-очень давно я приводила сюда своего брата, и он у меня здесь учился. Это был как раз первый набор после 6 класса. Вот. Дальше посмотреть, чему вас здесь учат, потому что вы будущие наши коллеги. Это было очень весело и смешно. Да и вообще очень понравилось вступление наше. Выступление СОБРа понравилось также. А вообще нравится вам тут обучение? Да. Обучение прекрасное, очень преподаватели очень умные. Уровень образования очень высокий, то есть на уровне университета двигается. То есть мы уже, если дойдут курсанты наши, то им там нравится, как наши курсанты учатся, потому что мы уже подготовлены идем. Так что все позитивно, всем все нравится, а это самое главное. Впечатление самое хорошее. Значит, готовились бы к... Квесту. Закон и право. Закон и право. Для курсантов. Готовили его для курсантов третьего курса. И, соответственно, еще и проводили для наших гостей, которые приходили и пожелали участвовать в квесте. Квест понравился. Курсанты третьего курса справились с заданиями даже раньше времени, которое им было предложено. Помогали нам в этом курсанты четвертого курса, которые в свое время проходили с нами. Любовь Аркадьевна Дорофеева. Вот она сейчас, наверное, немножко там занята также в аудитории. Хотел бы еще особо отметить преподавателя Варфоломееву Ирину Анатольевну. Интересно, как прошло мероприятие. Сложно ли было организовывать? Сама организация, в принципе, это зависит из двух составляющих. С одной стороны, это непосредственно сами участники, с другой стороны, это наши эксперты. Естественно, все подошли к этому вопросу ответственно. Оправдались ли ваши ожидания по сегодняшнему? Да, они оправдались. Более того, есть уже определенные выводы. Что думаете, в будущем будут ли проводиться такие мероприятия и на каком уровне они будут проходить? Будут и должны проводиться в обязательном порядке, потому как есть определенная заинтересованность не только с нашей стороны, как образовательное учреждение. Должна быть определенная заинтересованность со стороны работодателя. А всех интересует, чтобы сотрудник на сегодняшний день был мало того, что образован, плюс еще мог
применить все свои знания на практике. Выложились на 100%. Мы показали не просто себя во всей красе, но и наши возможности, качество подготовки наших курсантов и продемонстрировали это городу Москве. Оправдались ли ваши ожидания насчет сегодняшнего мероприятия? На 150%. Каким вы видите наш колледж через 5 лет? Я вижу через 5 лет, что мы будем лучшие во всей России.